Угу. Кошечки болеют, собачки болеют, тебе не болеют. Ай. Не болит? Нет, не болит. Только через час я достиг конца этого поля, обнесенного изгородью не менее чем 120 футов вышины. Я принялся искать какую-нибудь щель в изгороди. Как вдруг увидел, что с соседнего поля к изгороди подходит такой же исполин, как тот, что гнался за нашим баркасом. Охваченный ужасом и изумлением, я кинулся в сторону и спрятался в ячмене. На зов его тотчас же появились 7 таких же чудовищ с серпами величиной в 6 наших коз в руках. 6 наших коз в руках? А, нет, это травы.